Наш дом находится между второй огородный проезд, дом 27. Находится между улицей Пролетарской и 4-й Нагорный проезд. Вот тут напротив дом, который находится по Пролетарской, 19А. И вот такая у нас красота. Не убирается уже целый месяц. Деньги берут с нас приличные. Со всех частных домов здесь свалили. Рамы, деревья, видимо, пилили. Убирать никто не хочет. Ответственность несет энергия один и управляющая компания «Уютный дом». Вот тут вот строечка у нас. Выстроят дома. Еще мусору прибавится. А нам и этого мусора сполна хватает. Крысятник развели. Это же безобразие. Праздники прошли. Выгребут только из ящиков. А кто же этот убирать будет? Ну, это же ненормально. Помогите, пожалуйста. А вот здесь вот дом сниз начинали сносить. Потом его подожгли. Подожгли. И так и оставили. Тоже такая свалка. В общем, конечно, безобразие. Помогите, пожалуйста. Крысы бегают. Степан Лидия Евгеньевна. Живу. Второй огородный проезд. Дом 27.